Вот Иисус Христос умер, его надо было похоронить. Наступала суббота, и это надо было делать скорее. Его похоронил Иосиф и Никодим, его тайные ученики. Они были его тайными учениками, потому что они боялись иудеев. А его явные ученики, они его не похоронили, потому что они были бедняками. И вот они, Никодим и Иосиф, они помазали Иисуса маслами и запеленали в простыни. Они попросили тело у Пилата, и Пилат сказал «хорошо». Немного времени спустя иудеи пришли и сказали Пилату: «Мы боимся, что ученики Иисуса Христа украдут тело, потому что Иисус Христос говорил, что Он воскреснет, и они боялись, что ученики Его украдут». Пилат сказал: «Охраняйте, как знаете». Они поставили стражу и камень, чтобы запечатать стену. Это было неразумно с их стороны, потому что Богу не страшны ни камни, ни стражи, Он всемогущий.